Приставы Чувашии только за прошлый год вернули в бюджет республики более 3 миллиардов рублей. Эти цифры складываются из невыплаченных вовремя штрафов, налогов и других отчислений. Между тем, финансовая дисциплина растет, отметили в управлении службы судебных приставов. Среди долгов, которые мы, граждане, имеем перед государством вообще и различными организациями в частности, большую часть занимают платежи предприятиям ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. В их пользу в прошлом году взыскано более 1,5 миллиарда рублей. Примерно на 90 миллионов после вмешательства судебных приставов оплачены штрафов по линии ГИБДД. Все знают, что судебные приставы могут обратить взыскание на денежные средства, на имущество. Но кроме этого, в последние годы у нас есть такие инструменты, как ограничение определенных прав наших должников. Массово мы применяли это ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Мы ограничили право в отношении 30 тысяч наших должников. И вот эта мера дала результат, что по этим исполненным производствам, где мы ограничили выезд за пределы Российской Федерации, наши должники погасили более 100 миллионов рублей. По-прежнему активно ведется борьба с неплательщиками алиментов. Если в начале прошлого года в работе у приставов было 13 тысяч исполнительных документов, то к декабрю их стало меньше вдвое. Второе важное направление – обеспечение деятельности судов. За прошлый год никаких серьезных происшествий не зарегистрировано. При обеспечении установленного порядка деятельности судов и судебных приставов выявлено и пресечено более 1000 административных правонарушений за ней судов. И кроме этого, оказано содействие органам внутренних дел по обнаружению и задержанию преступников, находящихся в розыске. Всего таких было обнаружено и задержано 82 преступника.